уважаемые кокшетауцы, в преддверии великого праздника, юбилея нашей страны, 30-летия со дня независимости Республики Казахстан, хотела бы отметить, что народ за этот небольшой исторический период сумел построить независимое демократическое правовое государство. И хотела сказать как медицинский работник, что медицина за такой короткий период перестроилась, изменилась до неузнаваемости и семимильными шагами прошла вперед. Я как врач с большим стажем работы, 40 лет в медицине, хочу сказать, что, во-первых, изменилась сама структура медицины. Это новые технологии, это новые современные методы исследования, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография внедрена в нашей области. И также ПЭТ. Благодаря этим новым достижениям улучшилась диагностика заболеваний. И в ранних стадиях мы можем лечить пациентов. Также я хочу сказать, что цифровизация и компьютеризация, а также автоматизация помогают нам, медицинским работникам, в лечении и профилактике многих заболеваний. В первую очередь я хотела отметить это внедрение новых технологий в кардиохирургии и нейрохирургии. Благодаря этим технологиям многие наши пациенты, состоящие на диспансерном учете в кардиологии и неврологии, были спасены от инфарктов, инсультов и от внезапных смертей. Я, как врач с большим стажем, хочу с уверенностью сказать, что эти достижения помогают нашему населению быть здоровыми, быть уверенными в завтрашнем дне. Ситуация по коронавирусу очень сложная, поэтому я призываю всех, все наше население вакцинироваться и принимать меры инфекционной безопасности, меры предосторожности. И хочу в преддверии этого праздника и также в преддверии большого праздника Дня Конституции поздравить всех с наступающими праздниками, пожелать каждой семье, нашим кокшетауцам, здоровья прежде всего, каждой семье пожелать благополучия и мира и спокойствия каждой семье.